В Чумском районе началось расследование несчастного случая. ЧП произошло в минувшие выходные на Октябрьском ЛКЗ. 52-летнего слесаря и механика затянуло в цепной транспортер для лесозаготовок, в результате чего оба мужчины получили тяжелые травмы. Один из них не выжил. Что послужило причиной трагедии, сейчас будет разбираться специально созданная комиссия с участием инспектора труда. Как нам сообщили в администрации Чумского района, результаты расследования станут известны через 15 дней.